Всем привет. Fear the Wolves. Я думал, будет последняя ЗБТ. Они как бы готовились вроде как к релизу в августе. Тут еще одну ЗБТ. Видимо, что-то недоработали и решили еще поработать. В регионах у меня пропал NA сервер. Остался только европейский, видимо. Кастомизации, что они тут только пола ставили, опять ничего не добавили. В настройках тоже ничего. Ну, посмотрим, подключимся на этот раз или нет, и что исправилось. А ну вот, количество людей вроде как соответствует более-менее. Потому что было в прошлый раз, до 30 даже не доходило. Ладно, подождем. Я бегу по воде. Ура, вот это да! Вы такое видели? Так, что у нас происходит? Я теперь буду сама... Аккуратность, короче. Пинг у меня 40-60, 50. FPS 70, выживших 60, да? 62. Ну, как бы нормально, как бы. Так, чуть-чуть пролетим, я думаю. Все-таки. Все равно как-то подглючивает вертолет постоянно. Так, куда мы нам бы тут выброситься? Open парашют, да? Полетим подальше. Что ж поделать теперь? Тут много народу повыбрасывалось. О, да, уже полетели. Как-то я странно лечу, если честно. Не вперед, а вниз. Блин, печаль. У меня такое ощущение, что оно никак не влияет. Куда выбросился, туда и полетел с парашютом. Блин. Я просто лечу вниз. Что за дела? А, не. Когда направляешь вперед, он летит вперед. Ясно. Так, ну и что, я сюда прилетел? Там же ж враги. Воюют ребята. Так, не могу почему-то я. Так, он там, да, вверху. Надо срочно уходить. У него пистолет. Ничего, просто замечательно. Голографически прицелом не постреляешь. Блин, у меня ж ничего нету. Чем я воевать буду, блин? Жесть какая. Куда тут бежать? Так, ладно, надеюсь, он меня не заметил. Пробежимся туда вперед, вроде какие-то сооружения есть. Скроемся в подсолнухах. Так, вроде там обозначено что-то. В той стороне. А это что за Стоунхендж еще один? Может, здесь хоть какой пистолет найдем? Поп-поп-поп-поп-поп. Ничего. Короче, погода тут с новыми изменениями, по-моему, на что-то влияла. На стрельбу, на ходьбу, на видимость там, короче. Сейчас погода изменилась. Вот у меня отмечается, что я, видимо, плохо вижу, раз слепой с палочкой нарисован. Хуже стал видеть, да?
И две мишени раздвоенные, то бишь будет плохо прицеливаться или что-то в этом роде. Но я, откровенно говоря, сильно там не вдавался в подробности, что там изменилось. Не читал. Со школы не люблю читать. Так, а вот и этот, отмеченный на карте, хуторочек или что это такое. Посмотрим, был здесь кто-то, не был. Так, вроде закрытые двери. Ага, нифига не закрытая, открытая. Значит, кто-то уже расшарил. Кто-то уже был. Ну и что я тут найду? О, пистолет, и то хорошо. Пистолет без патронов. Отлично. И что он мне даст, этот пистолет без патронов? Я даже... Теперь не могу бить кулаком почему-то. А, ну вот. Кулаки поставил кое-как. Черт! Ну все. Понятно. Называется, не успел схватить сразу оружие, значит умер, да? Ладно. Пробуем еще раз. Что ж поделать? На этот раз меньше людей. Все в том матче сейчас. Значит, закончится минут через 10, все выйдут. Чтобы второй раз подключиться, пришлось прождать почти полчаса. О, капец просто, аж терпения уже не хватало. Но решил все-таки дождаться. Вертолет как подглючивал, так и подглючивает. Так, где мы сейчас? Под конец карты выбросимся. Может быть, в Калиновскую, вот здесь вот, или в Заполье по пути. Но не сразу, не хочу сразу. Блин, жутко вертолет глючит. Так, ну народ потиху. Потиху вылетает народ. Так, давай еще. Так, впереди Заполье. Слева должно быть... Ух ты, черт, пролетел, пока глюч заглючило все. Ну, он, наверное, там, да? Значит, будем лететь туда. Все-таки получается, если парашют направлять вперед, значит, он летит вперед. Если вниз, то вниз. Значит, полетим вперед. Надеюсь, долетим, да? Если я правильно выкинулся, да? Калиновская. Все верно. Значит, летим в Калиновское. Полчаса ждать, я не знаю, это просто жесть. Надеюсь, когда все-таки они сделают открытие игры, таких заморочек не будет, потому что нереально жестоко ждать, ребят. Это очень долго. С этим надо что-то делать. Привлекать людей к игре. И побольше. Игра же вроде неплохая. Хоть и тормознутая пока. Ну вот и все, долетели, да? Долетели. Итак, за мной никто не летел? Надеюсь. Так. Ну, побежали искать оружие. Так, какой-то рюкзачок. Вроде никого. Так, магазин. Пистолет-пулемет, кстати. Стреляет очередями. Патронов пока мало. Надо поискать, что, кстати, в нем за патроны. 9-19, да? Улица Парковая. У нас в городе тоже есть улица Парковая. Так. Ну и что? 9.18. А, вот глушитель мы, пожалуй, возьмем.
Жуть, тут крест лежит, кого-то хоронить будут. Или хоронили. Так. Так, оденем, что тут у нас. Это не сюда, да? Теперь у нас глушитель и увеличенный вроде как магазин, да? Это бинты. Так, курточка. Ну, хоть что-то, блин, находится. Ну, желательно, конечно, посерьезнее оружие найти. Бюсты кругом. О, вот это уже что-то веселенькое попалось. Что это такое? ВХС какой-то стреляет чем? 5,56, да? Что я ему нашел? Величный магазин? Совсем чуть-чуть. Не смешно. Так, какая-то микстурка, видимо. Ну, все подглючивает, если честно. Как-то все не очень. О, большое здание. Туман сгущается, ничего не видно. Черт, волк. Так, волка вроде убили. С него ничего не падает. Ничего. Угу. Будем. Так. Опять после. Так, то же самое. После обновы. Меньше оружия стало. В прошлой обнове была куча. Ух ты, какая классная штука. С прицелом дробовичок, видимо, да? Нет. Что это такое? Вепр. Стреляет, да, дробовик. А, и прицел какой-то не ахти, если честно. Так, шлем какой-то. Второго даже левела, прикольно. Это что? Распиратор пускай будет. Все, вроде как защита хоть какая-то. Девять девятнадцать, это к нашему пистолету пригодится. Тут что? Второго левела сумка. Отлично. Какой-то магазин. Кстати, что за магазин? Clip size. А это что? Reload time. А, ускоростной. Ну ладно. Размер увеличим. Наверное, размер. Да, размер больше. Ну, размер больше тоже хорошо своего рода. Так, что у нас на балконе? Такое ощущение, что кто-то бегает где-то. Слышу чей-то топот. Что это такое было, блин, в конце концов? Жесть какая-то. Я даже... Ой, все, я не могу так играть. Меня эти мега-игроки суперские вообще просто убивают. Как они вообще... Почему он сразу в меня побежал стрелять? Я не знаю, или это с пингом связано, или что. Я как только увидел, выстрелил в него. И походу даже моя пуля не успела долететь, пока я уже умер. Что-то... Не знаю.
Попробую сейчас еще раз подключиться, если будет игроков количество нормальное. Не надо будет ждать полчаса. Третий раз сыграю. Если нет, то все-таки хорош тогда. Волка убил, хватит. Видимо, хватит. А, ну вот, количество достаточно. Не, мало. Хотя, в принципе, больше, чем в прошлый раз. Может подождать минут 10 попробовать. Ладно, подожду, посмотрим. Что на этот раз получилось подключиться минут за 10. Надеюсь, я не умру так же быстро, как первые два раза. Все, у меня уже больше терпения нет. Так. Ну и что, и куда? Куда тут податься? Ладно, куда-нибудь полетим. Ну давай уже, открывайся. Скажем, вон туда. Ой, там вертолет. Там могут быть люди. Возможно, сюда. Кто-то летит там. Ладно, попробуем вон туда, подальше. Это, в принципе... А, ну Калиновская опять. Почему бы и нет? Только надо попробовать как можно дальше пролететь. Какой-то заброшенный силос, непонятно что. Так, что? Ну, по крайней мере, в небе не видно. Будем искать. Надо, наверное, идти ближе к этим, к домам. Не будет тут, скорее всего, ничего. В этих полуразрушенных зданиях. Дробовик, да? Пускай будет дробовик. Опс. Почудилось, что кто-то бежит. Так, а что я там подобрал? Инвентарь полон, блин. Чем он там так полон, интересно? Теперь, надеюсь, не полон. Так, это 9.18, а у меня что? 9.18. Ну, в принципе, к нашему... С какой стороны стреляли? Блин, с дробовика, конечно, не совсем ахти получилось. Черт. Блин. Там же ж еще один есть. Черт. Ах ты, ёшкин кот! Блин, надо было
попробовать хоть подлечиться или что я делаю вообще. Что такое спектейт? Наблюдать за ним, да? Ага. Ну, чувак, меня победил, молодец. Это все выжившие, которые есть, да? Что он тут делает? Непонятно, что он делает. Ладно, на тебе лайк. Молодец. По крайней мере, бой был, по-моему, честный. Да хорош ты уже прятаться, иди уже воюй. Ползает, блин. Блин, надо было не торопиться немного, конечно. Надо было взять, пойти автомат. Ну. Ладно. Надо отключаться. Exit to lobby, да? Хорошо. По крайней мере, одного убили, одного поранили. Ну, уже веселее. Ну, думаю, на такой не совсем печальной ноте уже закончу. Надоело мне ждать бесконечного этого подключения. Очень долго подключение происходит к матчу. Поэтому всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, играйте Fear the Walls. Игра вроде неплохая, хотя тормознутая. Капец просто. Может, еще ее доработают, не знаю.